Я раньше сидела все время на голодных диетах. Я принимала себя только 41 килограмм. Я питалась действительно во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в купальнике или в белье, или в обтягивающем платье. Я питалась подорожником, максимум пол яблочка в день. Сейчас мне стало все равно, я занимаюсь другими вещами, на другие вещи обращаю внимание, поэтому сейчас я питаюсь не росой, я питаюсь нормально. Жру макарошки, мой бургер. И всякое такое. Я не пью и не пою. Так, господин. Караоке не моя история. Я в 29 лет впервые попробовала алкоголь. Вот она ваша гимнастика, до чего детей доводит. 33 года впервые я попробовала сигареты. И фу-фу-фу. Не курю, не пью, да.